Всем привет, дамы и господа, с вами Коварный Птенец, и сегодня мы с вами будем щупать Evil Genius 2. На самом деле, я очень рад, что увидел эту игрушку, поскольку в первую часть я играл еще в детстве, она мне очень нравилась, сейчас я буду немножко ностальгировать. Так, давайте же смотреть, не испортили ли господа разработчики эту замечательную игру. Что ж у нас тут есть? Создать. О, да, я помню их. Вот этого, правда, не помню. Вот эту помню, и вот эту не помню. Там, по-моему, еще был китаец персонаж, да? А куда вы дели? Ну ладно, поменяли персонажа. А, сумасшедший силовик. Вот мне хочется вот за вот этого господина красноармейца поиграть. Красный Иван, о блин. Мы тут с вами недавно проходили Иван Ивановича против пришельцев, поэтому Красный Иван теперь должен быть злодеем, я так считаю. Поэтому он может набрать больше силовиков за те же деньги. Даже его рабочие могут хорошо... Неплохо. Берет гранатомет, упускает... Так, ну давайте, да, вот хочу за Ивана. Даже так. Ух ты. Прикольно сделано. Так, а что тут у нас? А, чтоб я еще знал, вы там разбирался, да? Но судя по настройкам, вот это типа самое легкое, да? Тут будет казино с Блэк Джеком и Иваном. Я вот так вот считаю. Давай. Так, средняя. Стандартная сложность, но без трудностей. Ну, не без трудностей, не по плечу. То, ну, Агент по нашим прислужникам. Золото довольно, Ангия обучения включено. Хорошо, поехали. Все. Вот, будем щупать. Надеюсь, не испортили игру. Вот, в свое время она была вообще прекрасна. По типу Evil Dungeons и прочих таких вот симуляторов строительства. Там тут ролики завезли. Так, построились. Иван пришел. Я есть его. Сюда так и шагается. Кайф. Use the camera controls to move the camera around your lair. Камера, понятно, да. Now use the rotate controls to rotate the camera. You can use the zoom controls to zoom in and out. Use the tilt controls to tilt your camera. Hold on. Так, постой. Ты кем себя вообразил? Что, даешь мне ценные указания? Я должен вам помогать и говорить, что делать дальше. В дружеской и вежливой форме. Но ты должен делать все, что я прикажу. Верно. Шаг первый. Скажите, чего вы хотите, и прислужники все сделают. Мы рады служить. И жить тоже рады. Пожалуйста, не смотрите на меня так. Your lair will be much more impressive once it has more rooms. Open the build menu. Так, откройте меню строительства. You need a place to store your gold. Select the vault icon.
Paint tiles over the highlighted area. Мышка. This will be where we'll build your vault. А что тут с мышкой-то? Эй, ребята, а вы мышку не хотите нормально сделать? Почему я клавиатурой думаю? Ёпс, тудей. Чё у меня в мышку заблокировано? Gold pellets will increase the amount of gold you can keep in your lair. Так. Поддоны для золота, ну это тоже понятно. Вот так вот мы это делаем, всё красивенько. Так вот все будет у нас красиво, замечательно. Золото нам надо. It's best not to leave your gold sitting in the open. Add a door to your vault. Once you are done, select confirm to give the order to your minions. Wait for your minions to install the door before moving on. Ordered furniture must first be collected from the depot under the airbag. Что-то тут сейчас управление не то. Комфортно сосредоточиться. А, и вот на каждом этого уничтожения клеточки есть любые карты. Ну, вот это нет. Понимаю. Вот это из чего дверь-то строишь, братан? Как-то никого и не пришиб, я не понимаю. Now your gold is safe. Let's add another room to the lair. Давайте, давайте, да. Minions need to rest after a day of evil deeds. Let's build a barracks. Казармы — это дело полезное. Beds give minions places to sleep when their vitality or morale start to run low. Как мне их вертить-то? А, так, все увидим. Так, а что не так-то? Слышь, братан, что ты от меня хочешь? Ну вот тебе, спальню я ставлю. Ну так, я понял, да, а что ты сюда хочешь, чтобы я поставил? Или я типа вот это вот-то нет, доделал? Что вы от меня, блядь, хотите? Так, разместить две койки. Ну, и вот я тебе пытаюсь ее поставить. Нет? Не так? Давай вот так поверну. Нет. Вот так надо? Ну вот тебе койка, ёб твою мать. Что ты от меня хочешь с этой койкой? Я не понимаю. Я тупенький. Что? Так, ты хочешь от меня койку, правильно? Вот койка. Но она сюда не ставится. Ёб твою мать. Что не так? Что тебе не нравится? Ну, я понимаю, что кровати выспаться помогают. Как мне ее установить-то? Что вы с игрой, блядь, сделали? Что не так? Я не понимаю. Ну, вот тебе койка. Вот, вот смотри, вот койка. Ой, ёб твою мать. А, да. А. Тревога. Тревога у вас ни хрена не Items can be rotated freely with the rotate controls. Я должен был догадаться, что items that need to be placed next to a wall will automatically rotate. Понял. Place some beds on the other side of the barracks. Спасибо. Open the systems menu. Optional objectives will give you small frequent challenges. Collect this one now for a reward.
Come back here often for main objectives, side stories, and optional objectives. Food is an essential part of any minion's diet. Without it, they'll become more unhealthy and less intelligent. Much less intelligent. Build a mess hall. You can rotate any item in your lair. You can also move them after they've been constructed. Basic food counters restore minion smarts and vitality, and stop stomachs from rumbling. Слушай, по-моему, тут было, когда типа рядом стоит товарищ генерал, то прислужники работают быстрее. Вы там что, пиздите? Работать, мать вашу. Поговорить они тут решили. Строить два шкафчика в казарме. Так, шкафчики в казарме. Две шкафчики. Так, куда мы их так вот? В смысле? It seems we're low on power. Let's fix that before continuing. Так, подожди, мне build надо space for a power station. Вопрос. Вот так вот. You can place this where you like, but be careful, as it will be a tempting target for enemy agents. Типа, если что, вот тут еще кроватки были. Так, ну это я понял, да, подтверждаем. Нет электричества, надо построить электростанцию. Генераторную, да? Так, куда мы ее тут разместим-то, только вопрос. Слушай, на самом деле тут же типа коридор еще можно вот так вот увеличить, да? Давай мы-ка сразу вот так вот сделаем. Давайте, стройте. Вот так вот мы сделаем, короче. И вот так вот. Блин, я не помню, сколько там надо, типа. Типа, раз, два, три, да? Три надо. Мы будем надеяться, что да. Раз, два, три. Optional objective complete. Вот. И давайте сразу вот так вот поширше построим. А, хрен ты мне дашь поширше тут построить, да? Сюда вообще эта фигня влезет. Ну, типа, да, влазит. Ладно, ок, пойдет. Вот. Давай ты мне вот так вот сюда воткнешь один генератор, второй пока не влазит. И двери все-таки не влазят, да? Хорошо, давай вот это тоже сносим. Вот так вот делаем. И все подтверждаем, да? Давайте стройте, ребятки. А, планировать комнату надо поширше. Я понял. Давай планировать поширше. Вот так достаточно, нет? Хорошо. Так, не-не, подожди, верни. Давай еще в эту сторону еще могу, да? Вот так вот сделать. Сразу. Опа. Generators power items да, in the lab. Да, генератор. Without it, almost nothing will function. Да, be careful, as enemy agents will attempt to sabotage your generators вот if they find them. О, как хорошо получается. It sure is dark, isn't it? Are you scared? No? Me neither. Вот все. Стройтесь. Defeated agents lie in body bags on the floor, causing minions to lose morale if they get too close. Build an incinerator in your power station to dispose of them. Трупные мешки — это дело такое, конечно. Так, ну вот, все пошла жара, строимся. Хотели меня тут наебать с этими комнатами, да? Ну вот с этими вот шкафчиками. Думали, я ничего не замечу. Так, крематорий. А почему ты мне сюда принёс? Крематорий вот тут вот типа ставится, да? Ну давай вот сразу. Пока одного хватит, чем два сразу ставить крематорий. Я думаю, на первых порах пока я одного хватит. Это что такое? А что он дает? Слушай, ну давай, красота пусть будет. Вот так вот при входе.
Не-не, подожди. Опа, надо же ее красиво повернуть. Вот так вот. Вот тут будет, короче... New optional objective. Лучше работать месяц, а тут будет висеть. Open the character selection panel, then select the evil genius portrait to highlight and follow your evil genius. With the evil genius selected, interact anywhere in the highlighted area to move your genius. Да, я понял, я двигаюсь. Fine. Я умею. Так, вообще, что у нас тут? Красота, красиво все, да? Остров стоит того. Что у нас тут посетителей нет в казино? Я не понял, чего так плохо работает. Вообще уже туда. On my way! Вместе подсвеченной зоны. В смысле подсвеченной What зоны? А куда ты хочешь, чтобы его сюда, что ли, отправить? Или куда? А, вот сюда. Вот сюда, да? Вот сюда вот мне надо отправить. Ну все, отправляю. New main objective available. На задание вам нужно. You need a control room to send minions into the world. Помню. Let's lay down a plan for one. А, так. Центр. Раз, два. Четыре, да? В итоге понадобилось на дверь. Так. Вот у нас вот такой вот будет контроль. Radio repeaters provide broadcast strength, allowing us to maintain criminal networks across the globe. Criminal networks, если вы понимаете, о чем я. The more broadcast strength you generate with your radio repeaters, the more of the world you can infiltrate. For now, let's just infiltrate a little bit. Что у меня там по цели? Надо что-то забрать? Да, давайте награду я люблю. Шо-шо, награду мы любим. Что? О-о-о. Прикольно тут, конечно, все. Что-то тут новенького бы надо добавлять. Salaries paid. Графончик, конечно, поприятнее сделать, чем старенький. По крайней мере, сейчас старенький похож. Что, в принципе, логично. Head to the world stage. Each of the highlighted regions is an excellent place to start your journey towards world domination. Select a suggested region or any other region if you know what you are doing and scout it to establish a criminal network. Или на америкосов нападать. Что, на патриотов? Ты... А чё вам так и никого нет? И Япония как-то тут не особо так представлена. Но я даже не знаю, если честно. Давайте, наверное, все-таки вот с молота начнем. Так, разведать. You can speed things up by selecting fast forward at any time. Все, побежали работать. New optional objective. Так, что там у меня по заданию? Нанять, вспомнить бы еще как прислужников нанимать. Управление прислужниками. О, отдел кадров. Это что такое? Прикольно, отдел кадров. A new criminal network has been established. Так, подожди, что это тут такое? Боже мой, вот это что значит? Нет, подожди, так это те, что у меня сейчас есть, да? Обучение, о, нанять. Вот, все, нанимаем. Вот, прибыли 3 новых прислужника. А мне их надо нанять 6. Требуется шкафчик. Так, я понял. Давайте, что тут у нас? Предметы. Вот сюда вот кроватка влезет. И вот сюда вот кроватка влезет, да? И вот так вот мы еще один шкафчик построим. Вот. И типа еще вот сюда куда-нибудь воткнется. Они там проходить смогут?
А, да, смогут нормально. Все, я это гений-планировщик. Все, сейчас будет тут хорошо, понанимаем тут. I'm all packed, boss. Готов, send сэр, me into the world, and I'll come back with plenty of gold. С кучей золота. Come back? Вернешься. You think you're Думаешь, coming back? Вернешься? Oh, нет, I'm я not не хочу, чтобы ты вернулась и наследила этот закон и правосудием. Все законы пойдут по твоим следам прямо сюда. И что тогда? Возьми себе немного золота, а остальное отправлю сюда. Свою долю потрать на тихую жизнь или громкую. Minions will travel to the world and run any scheme you select. You will receive small amounts of gold as they progress. Я понял. То есть ты их типа отправляешь просто, чтобы они там голду зарабатывали. Понял, принял. Optional objective complete. Так, что тут у нас еще есть? Это что такое? Так, стоп. А что это? Так, центральные районы, пассивный доход и что? А уничтожить только могут. А вот это что такое? Махинация, ограбление банка. Все начинается здесь. Первое из многих ограблений, которое рабочих может вломиться в хранилище и уйти с грузом золота. Давай запускаем. Что у меня тут появилось? A prison will make for the perfect place to hold your enemies before questioning them. Так, но мне тут надо, получается, коридорчик все-таки расширять. Правильно? Как же мы с таким узеньким коридорчиком? Вот так вот пока его расширим. Давайте пока расширим коридорчик, а там дальше решим, что делать. Так, давайте мне награду, это я люблю. В принципе, по деньгам у нас пока все ок. Так, тюрьму надо нам, да? Тюрьма у нас будет. Давайте, наверное, вот тут вот где-нибудь тюрьму построим. Такую маленькую, видненькую тюрьму. A вот scheme has succeeded. These holding cells hold one prisoner each. If you don't have any free cells, your minions can't capture people. Вот Once this вот interrogation надо. Chair is built, Ой, we can вот use это. It to make О, prisoners да, помню, tell us their secrets. Можно, короче, вот этих вот агентов на свою сторону, Experiment типа. With interrogating agents. You never know сторону, what типа, secrets перемания. You will uncover. И всякие секреты выведывать. Вот, все, сейчас мы тут все построим, ёпта. Что там с махинацией? Это что такое? А, да, тут что-то еще открывать надо. Ага, давай. Да. Вот так вот сделаем. Типа снизим к себе градус внимания, чтобы на нас тут... New optional objective available. Так, ну давай строй. Газ, лес, пром, строй. Так прикольно это все строит, я не могу. Ну, хавают тут сидят, да? Сейчас посмотри, какие. Спят тут, вон только... I'm thinking... Так, давай ты тут пока постой. Слушай, у нас что-то бабло заканчивается. Что у нас тут по задаче? New main objective available. Надо организовать дополнительные... Where we're going, we don't need roads. Так, Head to the world stage to recruit a scientist. Так, так, сейчас, подожди, братан, дай генератор тут куда-нибудь воткну. Ага, хрен я его сюда куда-нибудь воткну. Понял, принял. Тогда нам надо что? Правильно, эту комнату расширять. Так, а как бы нам ее так расширить, чтобы не сильно дорого? Вот так вот, давай как-нибудь вот так вот сделаем. И чё? И нам уже больше ни на что денег не хватит, да? Понимаю. Select a scientist scheme. Давай. Special schemes are often highlighted on the world stage with colored signs. Keep your eyes open for these important schemes. Вот это, вот тут. Где, где? Инч.
А, не хватает электричества, идите нафиг. Понял, принял. Понял, понял я, что не тупой. Так, что вы тут построили, да? А я уже могу генератор еще один допилить? Можно, да? Спасибо, спасибо. Но только не говорите мне, что он сюда в итоге не влазит. Salaries paid. Я не понял, а я не ту комнату, что ли, построил? А если сюда поставлю, там ходить можете? Вряд ли, да? Ну что, хорошо, давайте так. Вот, сейчас все будет. Наверное, бы хорошо понанимать еще, но что-то как-то не хотят наниматься. Сейчас генератор построю, сейчас все будет. Вот. И теперь мы с вами можем выбрать махинацию с учеными. А, в смысле, да, подтвердить. А, теперь слушайте уже, да, я понимаю все. Once complete, the scheme will yield you a fresh-faced scientist. Так, что у меня тут интересного? Ко мне там пока генетики никакие не приходят. Так, а когда я смогу вот это вот все наладить, кому скажем. Так, а что мне тут центр? Пока интересно, не будет. I'm ready to uncover the mysteries of the universe for you, boss. What do you want me to research? Что прикажете исследовать? Interesting word, слово исследовать. Вроде как идешь по следу, но в обратном направлении. Где уже был? Раньше. Два раза за одно и то же я платить не буду. Your new scientist appears to believe that we can use a training room to teach our slack-jawed minions how to do specialist jobs. Get one built, and you can find out for sure. Потому что ученые у меня опять электричество жрать начали. А вот это что такое? Ух ты! Слушай, ну давай пусть все по красоте будет. Вот так вот. Вот, сейчас все по красоте сделаем. Это все подтвердить. Давайте делаем. О, у меня там наметь кого-то можно, нет? Мне кажется. А что он всего один? Так, и мне надо построить эту фигню для ученых, да? Тут этот камушек, насколько я помню, он не разбивается. Генераторную нам, скорее всего, еще понадобится расширить, поэтому давайте вот где-то вот тут вот строить. Вот как-нибудь вот так вот, вот как-нибудь, да? Each specialist minion type requires a trainer of its own. Что? Request a scientist trainer. Ученый тренажер для ученых? Что? Что, простите? Если сюда нет, навряд ли. Once built, you will be able to instruct your minions to train as scientists. Вот так вот, может, having more scientists will speed up future research. Давайте, стройте. А что я тут в мире еще могу понатворять? Постепенно, так это понятно, это закрыто. А что я ничего проверить не могу? Optional objective complete. Вот, давайте, да, подтвердим. А мне новеньких нанять. Требуемое количество. Давайте 6. Нет, подожди, мне рабочие нужны. В смысле? Ну эти сейчас же уйдут. Я смогу еще Ладно. Ладно, вот все тратить на вас не надо, только ему можете что-то деньги тратить. Нет, а смысл, да? А смысла нет. Ну давай вот как-нибудь вот так вот расширимся. New main objective available.
With the correct training furniture built in your training room, you can request that your minions train to become specialists. Head to the minion training screen to request training of some new scientists. Так, а вот это вот... Вот сюда вот куда-нибудь, да? Вот так вот становится. Отлично. И вот еще одну сюда куда-нибудь вторую. Интересно. Ну, хотя бы... А, они ходить не смогут, скорее всего. Ну, вот хотя бы вот так. Да? Так, все. Your workers will start to train automatically. They'll learn faster if another minion is able to teach them. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Значит, если я... Сможет их обучать. Чего вы тут решили? У меня вот эти две кровати убрались. Ёп твою дивизию. Моим ботом. Вот так вот встанет, да? Давайте тогда шкафчик сразу еще вот сюда вот так вот воткнем. Вот, хорошо. Что там насчет новых рабочих? Давай, нанимаем, нанимаем. Нам нужно больше рабочих. Salaries paid. А, зарплату им еще вот это вот плати, вот это вот все. А, так, а вот сюда я могу разведать. А, все, вперед, вперед, вперед. Наверное, столовка маленькая еще, да? Ее, наверное, стоит расширять. Так вот как-нибудь. Не-не-не. Тык. Тык. Нет, да, не влазит особо. Но они что-то не пройдут, фиг знает. А, слушай, ну... Давай тогда все-таки равномерненько все строить. По красоте, чтобы было. Отмена. Так, переместить. А, вот так вот, да? Да, блин. Вот. Ну. New optional objective available. Так, о чем мне там что-нибудь полагается, интересно? Ну это понятно, что. Вот тут что-то такое. Вот получит награду, хорошо. Мне еще один ученый нужен, типа, да? Ну давай, что сразу. Давай одного. Вот так. А как мне их обучить-то? Давай вот так. А. Ага, все, все, понял. Вот так вот мне вообще-то. Вот, все, я все понял. Че вы сразу? Типа тупой, тупой. Так, тут у нас что? Снижает внимание. А как понять, сколько внимания? А, вот, да? Типа внимание 2, минимум 2. New main objective available. Your minions will need somewhere to perform their research. Plan a laboratory. Вот. Так, подождите. Мне еще нужны новые человечки, которых я пока не могу. Понял, чего я вам столовку вон новую построил? Чего вы ругаетесь? Так, лаборатория. А что лаборатория? Предметы, да? Господи, а это тут типа... это ни хрена не лаборатория, это именно обучалка, да? А, слушайте, ребят, тогда давайте делитесь пространством, вам обучалки вот этой пока одной за глаза. Давайте, наверное, все-таки на будущее вот куда-нибудь вот сюда вот так вот сразу воткнем. Вот. И теперь мы знаем, что этого нам пока хватит за глаза. И вот так вот можно делать уже ученовское логово. Правильно? Правильно. Ты вот как-нибудь еще. Вот так.
A whiteboard is essential for scientists to perform research. As we unlock more potent research, we'll need to provide them with more advanced equipment. Мне на это все денег-то хватит больше. Ну, not enough gold to complete this construction. А, да? Ну, заебись, что я могу сказать. Тут еще банк данных какой-то есть. А есть ли мне смысл, типа, ждать, пока оно насобирается, или оно уже не насобирается? Давайте тогда так. Просто две доски поставим пока. Вот как-нибудь. Вот так вот. Вот так вот хватит, да, хватит. Все, стройте. Стройте, 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 стройте. Ой, какой хороший остров у меня. Все-таки вообще красота. Salaries paid. Да хрен зарплату платить бездельникам этим. Зарплату тут им еще платят. Ой, прошу прощения. New optional objective available. А, да, у меня опять нет электричества. Понимаю. Понимаю, понимаю. А, так, ну... А, да? То есть смысла особо нема, но ладно. Хрен с тобой, золотая рыбка. А, давай. Подожди. А, я в итоге потом смогу. Вот сюда вот воткнуть. А, да, смогу. Ну хорошо. А, нет, не буду пока. Что сюда, крематорий еще один воткнем. Когда понадобится. Все. New main objective available. Open the research screen and take a look at all the diabolical opportunities. Ух ты, там прям research screen. Choose any research project and set your scientists researching it. We suggest increasing your minion capacity, but ultimately the choice is yours, O wise one. Если пройдет 4, что? Увеличивает предгения на 50 самому себе. Не понимаю, понимаю. Так, увеличивает здоровье гения на 50, смекалку. А, 10 тысяч стоит, да? Так, а вот это что такое? Позволяет прислужникам хранить свое барахло на складе, повышает таким образом вместительность логова. Давайте research начнем. Takes time, and our scientists will let us know when it's complete. Head back to the lair to continue your world domination. Notice how your minions come running to help? This can be very useful when you want to give the productivity in your lair a bit of a boost. If your genius isn't in a busy room, try moving to somewhere there are jobs to be done, and try again. Давай, беги сюда. Сейчас мы дадим всем affirmative. Давай, работай быстрее, да? Сейчас он тут по приказу. Do it now. No. We will crush. This order is a red herring. Давай быстрее. No. Как оно работает? Типа вот так вот назовем, objective да? Complete. Ага, понял. Я вдохновляю. Я стараюсь. No. А, это типа... А, вот, всё, да? Это оно пока активно, типа они работают быстрее. Понял, всё. Side stories are objectives that will unlock powerful additions to your empire. You should start by learning about how guards work. Ну давай. But we need a little more muscle around here. Нам нужно наращивать мускул. You there? Эй, ты, ты сколько можешь поднять? About 70 kilos on a good day, 80 if I use both hands. And how many bullet wounds can you take before you give up? One, одна, maybe two. My point вот exactly. Беги, get out there and find someone strong. Learn the... Many objectives require you to send different types of minions to run special schemes.
Let's go to the world stage to get started. One of the highlighted schemes is near one of your criminal networks. You can send minions to complete the scheme now, or you can search the globe for an alternative. Я могу я отсюда сразу? В смысле, только одну, да? О, все. Ну все. Prepare for power! Слушай, а если Why я это поставлю, то как будет? Меню исследований, так. А вот это еще тоже сразу тоже лучше, пожалуйста. Так, нанимаем. Давай нанимаем. Давай, наверное, мы сразу еще пару ученых. Your minions have kidnapped a specialist. Once they're in a holding cell, you can choose to interrogate them. Что? Украшение новое, я понял. Так, подожди. Еще пару ученых. Я так и не понял, нахрена вот эта вот штука. Но я ее хочу. Not enough gold to complete this construction. В смысле, что она такая дорогая? Если так. Хорошо. Я адекватный слугиня, я иду на уступки. Давайте ставить опять ебаную доску. Так, вот сюда, вот. Можно досочку, пожалуйста? И еще одну. Чтоб у нас, так сказать, скорость это, изучения повеселее шла. Do it! Do it. А мне не do it. Простите. Я тут даже генератор особо уже не построил, да? Давайте тогда вот это вот сюда вот. Не воткнем. Хорошо. Research has been paused. Давайте опять вот так вот делать. Окей, я вас понял. Так вот сразу давайте. Так. Дверку тут надо нам с вами построить. И генератор выстроить. Так. Вот сюда вот. И сразу вот сюда. Вот хорошо, надо устроить. Что там по рабочим? У нас полный комплект. Специалистов. Слушай, а что вы тут внимание? Ой, что-то вы какие-то тут это нервные стали, да? Я могу вам как-то уровень внимания к себе уменьшить. Не хватает количества, понимаю. Сейчас все будет. Какой-то наград. Вот это да. Вот это я понимаю. Так, и давайте вот тут уровень внимания мы снимем. Вот. А вот тут что-нибудь веселенькое. Давай. В смысле отменить текущего? Там еще до сих пор не сделано. Понимаю. Так. We have captured an intruder. О. Select the holding cell and then select escort prisoner. After that, select the interrogation device. For now, that's the interrogation chair. Так, а что надо тут? Отвезти сюда, да? Или как? Вот так вот. О. И кто его поведет? Ага. Так, ага. Ага. Все. Пошла жена, да? An intruder has given us their secrets. With all these new recruits, you should expand your training room to make space for all those exotic training machines. В смысле, да, я знаю попроще способ. Продать. Вот. Тут придумали тоже расширить. Ну, это расширять все хотят, а деньги кто на это будет давать? Вот так вот. Точно вам говорят, сработает. Research has been paused. Да не на.
Ну, в смысле, по заданию надо расширить. Не надо ничего расширять. Ну, что, ну... ну куда мне? Вот так вот тебя расширить. Вот так вот тебя еще можно. New main objective available. Хватит, ну, давайте. Once constructed, we can use the minion training screen to request our minions start their training to become fully fledged guards. Вот, won't that be nice? Wow, look at them go. I could do that, but I don't want to. Guards are just one of the muscle type minions you will be able to find as you expand your empire. Они нам помогут. Кто? Стражники нам будут нужны. Что у нас по энергии? Пока нормально. Ну вот, все, развиваемся потихонечку. Та-та-та. Тут еще что оно так долго делается? Все, в принципе, у нас все хорошо, все замечательно. New optional objective available. New optional objective available. Now that you have enough guards to support them, request some guard posts towards the entrance to your lair. Так, guard post. Так, guard post у нас надо вот сюда. Research has been paused. Вот сюда вот ставить guard post. Вот сюда надо ставить. During high alert, your guards will diligently man these aptly named guard posts. Вот сюда, вот сюда и вот сюда. Враг не пройдет, я вам точно. Research has resumed. Ну сейчас так все сделаем. Эти Джеймса Бонда недоделанные сюда не пролезут. New main objective available. We have picked up some movement near your lair. Keep an eye out for incoming agents. Так, а что мне надо познать? Что? Ничего не понял, ладно. Ждите пока... вот, типа сейчас вражеские агенты будут нападать, нет? Так, а где? Guards like to use their muscles to defeat agents. Tag this agent for swift termination. Так, а где агент-то? Подожди, я что-то тупанул, да? Туплю. А где он? Это вот это он типа прибыл на лайнере или что? Salaries paid. Так, а кого мне надо отмечать-то? Это кто? Я что-то туплю. Где вражеский агент? Ага. Вот ложечка, лодочка типа отплывает, да? То есть он где-то на лодочке должен был прибыть. Во, все, понял. Ну да, дамочка, ты совсем не похожа на секретного агента, совсем не палишься, конечно. А чё, а схватить? А я схватить хочу, ну чё вы сразу? Чё вы сразу убить-то, чё вы такие? Я схватить её хочу, допросить. Research has been paused. Чё вы сразу все такие это? Ну ладно, ладно. Нажал я убить. Turn on high alert and watch as your minions scurry to deal with any tagged agents they find in your lair. Ну, зачем было тревогу включить? Она ж убегает теперь. Так. Никто никуда не торопится, в смысле торопится. Ну да, давайте в десятером на одну хрупкую женщину, да? Nicely done. Turn off high alert. Теряй сюда охранников. Once you have finished dancing. Да. Fisticuffs are an occupational hazard for your guards, and lowers their vitality.
мне денег на это нет. Слушайте, ребята, одни затраты с вами. Серьезно. Вообще. Надо, наверное, поплатать сюда еще одну. Да, спасибо. Я пока... У меня пока денег на исследование нет. Давайте это тоже разведаем. Типа, надо где-то искать дополнительный заработок. Тут только 49%, тут 24%, еще не скоро все будет. A new criminal network has been established. Построимся. И что я тут могу сделать? Снижаю. Вот, вот, золото, да? Давай, добывай мне золото. Нужно больше золота. И рабочих давай новых найду. Пусть будет. Так, так. Лазарет вам надо строить, да? Вот прям вот в обязательном. Без лазарета вы прям никуда, да? Даже не знаю, где его лучше построить. Давайте типа вот отсюда будет начинаться лазарет. Какой-нибудь вот такой вот. Не, давайте лазарет в эту сторону пойдем. Вот, типа, вот такой хватит? Хватит. An intensive care pod like this can officially deal with 1000 boo-boos per hour. Actual results may vary. If a minion's vitality gets too low, they will go to the closest infirmary to attempt to heal. If their vitality reaches zero, then it might be time to hire a new minion. Сейчас у нас еще и лазаритин будет, который опять сожжет электричество, придется новые генераторы ставить, да? Что ж у вас личная проблема с этими генераторами? Так, а вот так вот можно, что? Да? Спасибо. Что ж, у нас сразу генератор, то я его знаю. Salaries paid. Да хватит им зарплату платить, они еще не заслужили. Платите и платите. Это что, ученая типа? Что это у нее на голове? А зачем ей это на голове? А что за сексизм? Тут что, ученые все женщины? А? Рабочие вон и женщины, и мужчины, а тут одни женщины. Что такое? New optional objective available. Well done. Your horde of guards will be the first line of defense and help to keep the riffraff out. Collect the completed side story to keep... Oh, this is more like it. Tell me, what do you bench press? The biggest one. Самый большой. Right, okay. Not quite what I expected. How many bullet wounds would it take to kill you? Самая большая. Okay? Ты в порядке? Нет, не хочу это знать. Приступай к службе. Понимаю. Но охранники не такие, да. Понимаю. Ой, так, ладно. Я думаю, для первого знакомства вполне достаточно. Не знаю, как тебе на это смотрелось, но я кайфанул. Как бы я прям кайфанул. Игра моего детства, переделанная немножко. Ну, в принципе, очень много всего знакомого, поэтому мне она нравится. В принципе, если тебе она тоже понравилась, то будем дальше снимать и проходить. Тут, насколько я помню, еще много чего интересного, мы с тобой даже обучение еще пройти не успели. Вот. Ну, в общем, не забывай подписываться, ставить лайк и до новых встреч.